Участницам этого фотоконкурса! Хочу выразить слова благодарности администрации курортного района, депутатам муниципального совета города Сестрорецка, которые поддерживают на протяжении 4 лет наш конкурс. Хочу выразить отдельную благодарность отделу культуры Александре Вадимовне Модиной, сотрудникам Кириллу и... Всем! И в первую очередь хочу сказать вам большое спасибо, уважаемые жители, за то, что вы пришли поддержать данное мероприятие, потому что здесь на сцене находятся наши жители города Сестрорецка. Эти прекрасные 25 человек, 24, извините, прекрасные половины нашего города. Скажем им всем ура! Участницы конкурса «Мисс в нашем городе 2014». Ура! Хочу сказать вам, девчонки, большое спасибо, потому что благодаря вам жители нашего города знают, что у нас есть активные, позитивно настроенные, готовые на общение. Специально для наших зрителей беспрецедентная акция в честь празднования Дня города. Всем, кто в эти выходные придет в кафе, что находится в кинотеатре «Курортный», и скажет фразу, запоминаем, пароль: «Я с завода», хором повторяем, 3-4. Что будет? Будет угощение, друзья, 30% скидка. Запомнили? «Я
завода. И давайте, друзья, доставайте своих аппараты и гаджеты. На память фотографируем всех девушек. Инстаграма, девчонки, готовы? Можно, нужно. Юрий Козырев, друзья, организатор конкурса. Вместе со всеми красавицами, девчонки, мы вас снимаем не на паспорт, не на документы, поэтому можно и нужно улыбаться.